Всем привет! У нас сегодня пятница и начинаются каникулы, зимние каникулы. Ой, у нас сегодня была такая красивая радуга, и я забыла вам ее снять. Было солнце, тучи и радуга. Ну все, оставайтесь с нами. Будем снимать влог. Вот тебе и Прованс. Была солнышко было, а теперь дождина начался. Вот так мы здесь и живем. Зонтик не взяла, так что побыстрее понесемся домой. Домой, домой, пятница. Ура! Я встретила соседку, она должна зайти попить кофе, поболтать минут 10. А у меня что-то ничего полезненького, вкусненького не оказалось к чаю кофе. Вообще во Франции, если честно, когда приходят гости, то никто не обязан предлагать оставаться на обед, на ужин, там предлагать какие-то, сразу доставать все из холодильника. Да, вы не обращайте внимания, если кто-то придет, и вот на столе только будет кофе, сахар, редко даже будут какие-то конфеты. То есть кофе, чай попить — это вот истина во Франции, попить кофе, чай. Ну, другие традиции, другой менталитет. Но я все-таки люблю немножечко что-то предложить. И я, знаете, опять я запеку свои яблоки, скажут кто-то, опять. Ну да, опять. Но я сделаю их фасон карамболь. То есть внутрь яблочка я раскрашу диетическую печеньку. Она у меня облегченная, то есть в ней не совершенно немного сахара. Я вам их уже показывала. Они с изюмом в покупках показывала. И потом я посыплю немного корицы и закрою все. Мне понравилось в прошлый раз, как я сделала с черносливами. Так что сейчас несколько минут в мультиварке, и мой полезненький перекусик готов. Как раз она утром зайдет, будет, наверное, уже часов 10. Так что мы попьем кофе со вторым завтраком. У меня часто спрашивают, что на ужин приготовить. Ну, на ужин у нас в семье часто тушеные овощи или суп овощной и немножечко протеина. Конечно, для мужчин различные злаковые. Я иногда тоже себе позволяю, как и все люди, ну, правильные углеводы. Вот. А так, в принципе, ничего трудного нету. Взял различные овощи, перетушил лук, чеснок. Основа у меня всегда лук, чеснок, чтобы придать вкус. Помидоры, если есть, или томатная паста. Вот сегодня у меня томатная паста органического. Ничего страшного. Самое главное, посмотрите, что у вас есть в холодильнике. Проанализируйте все овощи. Ну, есть замороженная стручковая фасоль. Ну, берите замороженную стручковую фасоль. Есть замороженная брокколи. Берите замороженную брокколи. Это все равно будет лучше, чем кушать, что попало. Ну, а потом уже из протеинов добавляйте то, что есть. Правильное питание – это не то, что вот какое-то ужас, дорогое питание. Нет. Это просто анализ идет в голове. Есть яйца? Отлично. Есть кусок курицы? Отлично. Есть какие-то овощи, даже та же картошка? Отлично. Сейчас что-нибудь приготовим. Самое главное, поменьше жира, соли. И включайте фантазию. Я часто вообще никакие рецепты не смотрю, я уже до такой степени привыкла, самое главное, всяких травок, муравок, всего вкусненького, и будет вам радость. Так что ПП — это вкусно, это просто, это полезно, и все такое. Месье, месье, c'est vacances, mais il faut peut-être se coucher, non? Comment c'est, non? Владислав. А у нас сколько? У нас почти уже 10 часов начались каникулы. А наш папа до сих пор еще на работе. Мы его уже 2 дня не видели, представляете? И не обедает, и не ужинает. И вот ужас какой-то. Так что мы с Владом будем снова вечер одни проводить.
Всем доброе утро! Как же хорошо поспать подольше. Я уже не привыкла, все время встаю, посмотрю, какая погода, а то нам сегодня ехать в магазины. Но вроде ничего. Вот, я всегда встаю очень рано, и поэтому, чтобы поспать до 8, до 8:30, это для меня великое дело. Но как же это хорошо-то! Мы сейчас будем завтракать. Хотела вам показать, Владислава купила новые витаминки, он вот эти французские, альвитиль, Лена его с утра прочитать не может, вот именно со вкусом ягодки Виктории, он очень любит эти витаминки, французские, хорошие, 12 витаминов и 8 минералов, так как он немного со школой приустал. Ну, сейчас вот на каникулах попьет такие вот витаминочки, а не окраке, то есть их разжевывать. Такая вот у них яркая, красивая упаковочка, продается во французских аптеках. И это новинка, они изменили вкус, потому что говорят, что витамины дети не очень любят. Ну, здесь, потому что вкусы не могут найти вкусы, которые подходят деткам, чтобы похожи были на конфетки. Так что вот у нас новые витаминки. Мы с Владом готовимся ехать в магазин. Наряжаемся. Кофточки. Джинсики. Как всегда, джинсики. Любимая одежда. Ну, Влад, ну вот что ты делаешь? На всю страну мне рога подставляешь. Будет твоя мама рогатая. Лучше всем привет скажи. Любовь у нас. Пойдем в твою комнату. Липучка. Липучка, отстань от меня. Мне надо собираться. Если такое. Что скажешь народу? Ты вон такое сказал, что женщины тратят много денег. Твоя мама тратит много денег. Тю адики лефам депанстро ляжан. Лежан и сенките. Ну, c'est pas vrai, а? Ну, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Он пошутил. Женщины, как без женщин? Женщины, это все. Мы с вами все, девчонки. Что делают? Что делают наши мужчины? Оля, я пропустила. Наш претер. Это наша церковь, посмотрите, наш. И вот наш претор Жан-Люк, который крестил Влада. Крестил Влада, и сейчас его снимает телевидение. И не успели съездить на эту мессу. Мы думали, что она после обеда, и собираемся сегодня ехать после обеда. Ой, это наш лучший друг семьи. И посмотрите, вся деревня здесь, весь Ламбеск. Да, вот в этой церкви был крещен Влад, и Жан-Люк его крестил этим летом. Так что мы очень рады его видеть сегодня по телевизору. Он просто класс, он такой классный, такой современный, такой, ну просто это что-то. Покажу вам немножко, как это происходит во Франции. Вот уже месса закончилась, и теперь претор обходит всех. На первых местах сидят больные люди, которым он раздает остис, остис, шерис, ква, остис, остис. Септиготоком все? А, это как будто частичка тела Господа, но так же, как у нас, такие в виде печенья, такие. Да, простите меня, я не очень все это знаю. Просто Бог у нас у всех в сердце. Храни всех Бог.
Здесь у нас находится автошкола, зубной врач. И сейчас мы поедем, как всегда, сделаем 2-3 покупочки. И вот так вот вся жизнь. Покупаем, варим, кушаем, ну, как у всех. Вот. Я здесь в машине рядом с мужем. Сейчас вам расскажу прикол, какой был, когда я приехала во Францию. Приехала во Францию, и, знаете, ну, это уже было почти 13 лет назад. И в России, не знаю, как в Сибири, мы когда на задних сиденьях сидели, сейчас, наверное, все уже по-другому, мы ремни не пристегивали. И вот мы поехали в Испанию за покупками на границу с Испанией, у меня не было ремня. У меня мой муж, когда мы переезжали, значит, границу, там стоят таможенники, они мне говорят, поворачивается, говорит, Лена, ты не пристегнула ремень. А знаете, мне показалось, что они надо мной смеются. Я думаю, какой ремень на заднем сиденье? Они что, с ума, что ли? Все посходили и все такое. И они, друг, вот Мишель, который к нам приходил, говорит, Лена, надень ремень. Я говорю, да нет, да ты что, вы же впереди сидите с ремнями, я не буду. И знаете, мне так обидно стало, мне показалось, что они надо мной просто-напросто смеются. Я все-таки это одела ремень, ну, с таким, думаю, ну вот. А оказывается, потом я узнала, что во Франции, конечно, были ремни обязательные, я думаю, в России теперь уже тоже. И та же ситуация произошла в Лионе, когда Света жила с моей сестрой, с первым мужем, и его тоже останавливают из-за того, что мы с ней сидим сзади непристегнутые. И хотели оштрафовать. Слава Богу, что мой муж сказал, что жандарм извинился, и что объяснил, что мы русские, там, и все такое. Так что во Франции обязательно ремень впереди, и на задних сиденьях. Но я думаю, что это теперь везде уже так. Мы поехали к дедушке с бабушкой отвезти Влада на 2-3 дня, потому что у нас, как вы знаете, начались каникулы, он хочет немножечко пожить у бабушки с дедушкой. У нас настоящая весна. Вот сколько у нас? 16 градусов, даже 17 было у нас тут поменьше. Вот. А потом мы заедем к сестре, чтобы забрать спальный мешок, потому что после каникул Влад уезжает на несколько дней со школой, называется класс Верт, то есть они поедут смотреть звезды в специальную лабораторию, где будут жить 3 дня. Так что так. Посмотрите, какой огромный кактус растет возле дома бабушки и дедушки. И вот мне уже мои подписчицы написали, нет, на Инстаграме, мы там общаемся целый день с девчонками. Вот кто еще не подписан, подписывайтесь, Елена Саша, что вот эти ягоды, или как они называются, фрукты от кактуса, можно есть фиг де Барбади. И это правда, я уже их пробовала, вон их сколько. Их, конечно, чистить не очень удобно, но они такие прикольные на вкус, вкусненькие. Ну все, пошли мы, мои мужчины уже зашли. Пойду я тоже здороваться. На-на-на-на-на-на-на. Все голая, зима еще. Но уже тепло. Какая красота у бабушки. Цветы до сих пор. И вот какая красота. Как у нас женское счастье тоже. Какое большое. De quoi? Bonjour. C'est pas grave. Toi, on connaît toi, ouais. У меня был день рождения в октябре, 7 октября, а подарок я получила сегодня. Вот такие чашечки для кофе. Наверное, все знаете эту марку, Максимс. Это ресторан в Париже. Вот, и шоколадье. Вот, так что мне вот подарили такие маленькие чашечки для кофе и полотенчики. Все в бордовом, как у меня. Так что приходите пить кофе. Бабушка готовит гутте. Посмотрите, какая красота. Яблочный пирог и макароны.
Сейчас придет брат, наверное, с семьей. Будем пить чай. А потом нам уже надо будет ехать. А это пирожные любимые Влада. Влад, это чембенса, да? Семья в сборе. Сейчас будем лопать пирожные. Салю, а? Салю. И туа, чё и тультан, ля. А ты всегда здесь. Вот дедушка проснулся у нас. Не переживайте, у меня правильное питание. У меня фруктики. А это сидр. Такой яблочный напиток. Немножко алкоголизированный. Сидр с или алкоголь? Но? С алкоголь? Сидр. Сидр. Алкоголизированный. Сидр. Сидр. Да, это яблочный напиток, немножечко с алкоголем, вот. Мерси, все знают, скорее всего. Так что Лена будет лопать свои фрукты. Оставили мы Влада у бабушки с дедушкой, и сейчас по-быстренькому заедем к сестренке. О, кстати, вот здесь мы будем жить. Мы здесь в кредит купили квартиру. Вот, так нам выплачивать еще очень долго. Но в этой деревне мы будем жить. И сейчас заедем к сестренке, заберем спальный мешок для Влады и домой, так как муж снова на работу. Так что так. Сестра, вы знаете, что это двойняшка моего мужа. Мы двойняшки с моей сестренкой Светланой. И Александр с Марлис тоже двойняшки. Так что двое у Влада тоже может быть двойня. Вот как. Ну ты даешь. Ты ле ариве. Видеорепортаж. Мы ненадолго. Видите, вот у них какой домик тут. Красиво. Живе фильмы в Отражарден. Салю, Джой! Джой! Вон какая у нас. У них маленькая собачка. Убежала. Алекс развлекается с собакой. Посмотрите. Вот. Французские дети. Мужчины всегда остаются детьми. А тут кто смеется. Салю. Сова. Это муж сестры. Вот так мы развлекаемся. Нужно уже домой ехать. Ну все, прошел наш день в семье моего мужа. Всех посетили, всем сказали здрасте, со всеми попили чаю. Так что возвращаемся домой. Будет сегодня у нас романтический вечер с мужем вдвоем, без сынули. Вот так. Что я делаю? Свечки зажигаю. Сейчас бы не обжечься. Суббота. Вечер. Будем пить красное вино. Ну как же, нужно расслабляться. Тем более красное вино полезно для здоровья. Да, кто-то скажет, не полезно, а я считаю, что полезно. Так что всем приятного вечера. За ваше здоровье. Спасибо, что вы с нами. Чин-чин. Спасибо большое, что вы остаетесь с нами на нашем канале Елена Франс. И до новых встреч, до новых блогов в Провансе.